Здравствуйте, дорогие гости канала и подписчики, с вами Толстых Александр, и сегодня у меня уникальное видео, а уникальное оно потому, что я беру интервью у звезды Comedy Woman Полины Сибагатуллиной. Полина, я считаю, что уверенный в себе человек – это тот человек, который может, не стесняясь, выйти на сцену, подойти к кому захочет и спросить, что хочет. А как вы считаете, кто уверенный в себе человек? Ну, мне кажется, что уверенный в себе человек – это тот, который делает то, что ему нравится, но не просто мечтает о том, что ему нравится, а просто берет и делает. Не обязательно это человек, который может выйти на сцену. Уверенным человеком может быть хирург, и он может уверенно разрезать человека, а при этом не мочь выходить на сцену. Ну, или космонавт, или даже хорошая продавщица должна быть уверенная в себе. Еще я слышал, что вы увлекаетесь human design. А что он значит для вас? Мне просто интересно, как можно больше узнать про себя. Потому что я сама для себя не все понимаю о себе. А human design мне рассказывает о том, как лучше поступать мне с собой. Вы знаете, вот мой любимый жанр фильмов – это фантастика и боевики. А какой ваш любимый жанр? Я люблю фантастику. Я люблю фэнтези. Вот из фэнтези у меня один из любимых фильмов – это «Звездная пыль». А какие книги вы предпочитаете читать? Ой, разные. И русскую классику, и Курт Виннигут, очень люблю его, американец. Разные книги. И последний главный вопрос. И «Стимпанк» тоже люблю иногда читать. Есть замечательная книга «Чайна Мьевиль. Вокзал потерянных снов». Это редкая такая находка для тех, кто любит стимпанк. Но Чехова я тоже люблю. И последний главный вопрос на сегодня. Как вы считаете, какими главными качествами должен обладать успешный человек? Он должен быть смелым и должен любить себя. Если ты любишь себя, значит, ты можешь как можно дальше идти вперед. Ну и мы все должны не забывать, что вокруг нас, кроме нас самих, есть еще другие люди. И нужно позволить иногда им быть успешными. Спасибо за интервью. С вами был Толстых Александр и Полина Сибагатуллина. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!